Новости спорта. Стритбол, как еще называют уличный баскетбол, завоевывает все новых поклонников в Краснодарском крае и в нашем муниципалитете. Юные славянцы с радостью принимают участие в соревнованиях по стритболу. Юные стритболисты соревновались в рамках всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. В соревнованиях приняли участие 56 команд. Всего было 224 участника. Эта простая и вместе с тем очень притягательная игра очень эффективно служит пропаганде здорового образа жизни. Она стала для многих ребят путевкой в большой спорт. В спортшколе «Триумф» были созданы очень хорошие условия, и всем здесь было удобно. А самое главное, ребятам интересно. Они были настроены на борьбу. Стритбол – это очень интересная, динамичная игра, в которой важно взаимопонимание в команде, важен каждый мяч. К этим соревнованиям мы долго готовились. Очень рады, что приехали. Для нас это большая честь. Не только юноши, но и девушки серьезно готовились к этим состязаниям, надеясь удачно выступить. Стритбол – это классная и интересная игра. Мы готовились к турниру по стритболу. Наша команда выступит очень хорошо. По крайней мере, мы постараемся. Главное – не бояться никого и работать уверенно. В упорном трехдневном соперничестве были определены лучшие. Лидерами среди мальчиков младшей группы стала команда спортшколы «Триумф». Среди девочек победили баскетболистки Славянского городского поселения. Среди юношей и девушек средней группы лучшими стали спортсмены спортшколы «Триумф». В старшей группе также баскетбольные команды «Триумфа» стали лидерами. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».